Давайте начнем нашу встречу. Сегодня в гостях по образовательному центру «Сириус» игроки и тренерский штаб сборной России, которые готовятся к матчам Евро-челленджа с Германией, который пройдет в Сочи. Какое ваше главное достижение на данный момент? В первую очередь, вообще очень здорово, что детям дается такой шанс проявлять себя, что их сюда приглашают. Ребята интересуются хоккеем, им интересны какие-то мелочи, которые, может, они пока не знают, что-то спросить, может, это им подсказать.